Так, всем здорово, ребят. С вами Крикставка. Обсудим матч с вами, который будет завтра, Лига Европы. Зенит встретится с Реал Сосьедадом. И я думаю, то, что матч будет голевой. Я думаю, там обе забьют, это, наверное, 100%. Если Зенит даст, Зенит в чемпионате очень классно играет. Обыгрывают всех, у них ни одного поражения. По-моему, единственный клуб, у которого нет поражения. Вот. Реал Сосьедад 3 последних игры чемпионата проиграл. Проиграл, ребят. Зенит проиграл в кубке 3-2. Не в дополнительное время, а в... Да, в дополнительное время, в овертайме, короче. 3-2 своим соратникам из Динамо Санкт-Петербургу. Ну, там, я думаю... Договорняк был, не знаю, может быть. Вот. Я думаю, Зенит займет первое место в группе. Опачки. Я думаю, они обыграют Реал Сосьедад дома. Не знаю, какой будет счет. Может, 2-1, может, 3-1. А может, и вообще им не забьют гол. У них защита классная. Вот. И мой прогноз, ребят, на эту игру. Победа Зенита. До свидания. С вами был Крикставка. Пока. Смотрите русский футбол, болейте за наших. До свидания, ребят. Подписывайтесь на канал, ребят. Я угадал то, что Спартак тотал больше 0.5 прошла. Я угадал то, что выиграет Реал, когда все ставили на Боруссию на ничью, прошла. Подписывайтесь, ребят. Я же не просто так вам записываю. До свидания, пока.